Большинство складских рабочих комплекса компании Amazon, расположенного в городе Бессемер, американский штат Алабама, проголосовали против создания профсоюза. Таким образом, победу в агрессивной кампании по вопросу формирования объединения трудящихся одержало руководство Amazon. Стюарт Аппельбаум, президент Союза розничных, оптовых и универсальных магазинов, прокомментировал итоги голосования. Люди не должны считать, что данные результаты говорят о согласии сотрудников компании с условиями труда и отношением руководства к работникам Amazon. Скорее наоборот, эти результаты демонстрируют мощное воздействие менеджеров на участников голосования. Речь идет о запугивании трудящихся. В профсоюзе розничных, оптовых и универсальных магазинов заявили, что руководство компании оказывало влияние на процесс голосования и распространяло ложную информацию о профессиональных объединениях и их целях во время собраний сотрудников Amazon. Я и так знала, кто на какой должности находится в системе управления, знала, какова их заработная плата. Все это было общеизвестно, так что профсоюзы не то, что нам нужно. В Amazon не видели необходимости создания профсоюзов. Руководство подчеркивало, что средняя зарплата сотрудников складов в Бессемере в два раза превышает минимальную оплату труда в Алабаме в целом. Менеджмент также указывал, что у сотрудников фирмы есть льготы, например, медицинская страховка.